52-летняя Памела Андерсон и 74-летний продюсер Джон Питерс сыграли тайную свадьбу 12 дней назад. Супруги внезапно решили расстаться. Актриса выступила с официальным заявлением. Секс-бомба призналась, что решила пожить с Джоном некоторое время раздельно. Таким образом, по мнению блондинки, они поймут, чего хотят от жизни и друг от друга. Жизнь – это путешествие и любовь, всегда процесс. Помня об этом, мы решили пока отложить оформление свидетельства о браке и полностью довериться этому процессу. Спасибо, что вы уважаете нашу личную жизнь. Цитирует The Hollywood Reporter слова Памелы. Для актрисы и продюсера этот брак стал пятым. Они сыграли тайную свадьбу в Малибу. Многие поклонники кинозвезды признались, что это стало настоящим сюрпризом. У Андерсон и Питерса был роман более 30 лет назад. Джон признавался, что он не переставал любить ее всю жизнь. Недавно Памела показала грудь в откровенном купальнике. Звезда спасателей Малибу показала первое совместное фото с мужем после свадьбы. Актриса призналась, что пережила групповое изнасилование.